Добрый день. Ваше внимание представляю HDMI кабель для подключения, соответственно, фото камеры к, например, телевизору для просмотра текущего, для, соответственно, отснятого материала, ну, либо непосредственно вживую передавать на телевизор. Соответственно, то, что вы снимаете. То есть кабель здесь, с одной стороны, обычный для подключения к телевизору. Ну а для подключения камер, то есть там HDMI подключение необычное, а мини, ну и тип C и нет. То есть вот куплен данный кабель фирмы Vexp. Ну и сейчас мы его вскроем и посмотрим, что находится внутри. То есть поставляется в такой упаковочке, стандартной пластиковой. То есть здесь кабель HDMI, обычный до мини HDMI тип C. То есть изготовлен, как обычно, в Китае. Вот, ну и импортирован. Соответственно, у Atlas. Так, ну и давайте посмотрим, что находится внутри. Ну и вот сам кабель. Длина его 1,80 м. Так, ну и тут соответствующий разъем. Стандартный HDMI разъем и HDMI разъем тип C. Без проблем. То есть смотрите, по паспорту данный разъем подходит камере, где расположен этот разъем. То есть, ну, а второй разъем, то есть подключаем непосредственно к телевизору. Все удачно подключается, без проблем транслируется. Так что всем рекомендую. Всем удачных покупок и до свидания.